пыталась воззвать к нам обоим, брат, но только я смог ее услышать. Разделить ее боль. Она не дозвалась до тебя, но ты все равно ненавидел его, как и мы с мамой. Все, что он сделал, брат, это дал нам жизнь. Но именно мама дала нам центр. Волнение в воздухе вызывает паранормальные аномалии. В случае новых волнений удерживайте свои секторы. Созданы из разума матери, возможно, памяти. Прослушиваю переговоры Армахема. Они знают, что тебе нужен Бекет. Они отправили на твои поиски своих командиров. Фазовый командир прибыл. Все позывные янки переходят под мое командование.
Собака для них важнее, чем мы думали. Добраться до тебя, но пока ничего не выходит. Просто осторожнее там. Защитить СО! Уведите его отсюда! Немедленно нейтрализовать цель! Не подпускайте его в СО! Кажется, мне Армах ему Беккет нужен по той же причине, что и нам. Они тоже ищут Альму. Только не пойму, для чего это им надо. Пока она тебе все не объяснит, ты ничего понять не сможешь. Слабак. Теперь тебе точно не добраться до этого твоего Беккета.
идут атмосферные волнения. Занять позиции на постах. Ожидаются паранормальные аномалии. Оставаться в группах по 2 человека и более. Регулярно выходить на связь. Повторяю. Идут атмосферные волнения. Занять позиции на постах. Ожидаются паранормальные аномалии. Оставаться в группах по 2 человека и более. Регулярно выходить на связь. Отель 5-8. Объект приближается к вашему посту. Задержать его. Thank you.
и мысли. Отлично, ты еще здесь. Слушай, я подслушала переговоры этих фазовых командиров. Беккета переводят на западную площадку, надо торопиться. Это вертолет Зулу-81. Ни хрена не вижу. Кто-нибудь видит цель? Вас понял, мы его видим! Нас рвут на части! Дерьмо! Я здесь один! Вали отсюда! Труп! Это ваш фазовый командир. Избавьтесь от этой ошибки природы. Немедленно. Вас понял, сэр. Наши снайперы уже на позиции. Yes.
Вертолет Зула-8 уже в пути, но я еле справляюсь с управлением. Пилот, выполняйте приказ. Есть, сэр. Постараюсь оставаться на связи, насколько это возможно. Разыщи Беккета. Он единственная надежда все это остановить. Центр, это Виски 5-4. Из всех наземных войск остались только охранники ЦОО. Все остальные эвакуированы. Вас понял, Виски 5-4. Сообщите, когда сержант Беккет будет на борту транспорта. Мы его упустим. Быстрее, брат.
избегать этого ужаса. Объект в центре охраны. Бегом! Бросай этого, Уэлл! Тратишь время. Мы подчиним Альму, и ты не успеешь даже найти ее. Ah!
небо. Роды. Она должно быть близко. Город превратился в пустыню. Если не доберешься до Беккета, останови роды, иначе конец. Живее! На самолет его! Надо его эвакуировать! Оставьте меня в покое. Я все вам рассказал. Ты не из Армахама. Кто ты? Кто ты? Это ты? Что тебе нужно? Позволь мне. Это убьет его. Этот человек пустая оболочка, брат. Он хочет все забыть. Все испытания, операции. Из-за матери создать новые прототипы не удалось, так что использовались искусственные средства. Он такой же, как и мы, брат. Вернее, он создан таким, как мы. Эти мясники превратили нас в монстров. Я знаю, кто ты. Ты ее гребаный сын.
Я здесь из-за тебя. Надо убить мелкую тварь, которая в ней поселилась. Она больше не твоя мать. Ребенок должен... Его... Его нельзя оставлять живым. Поздоровайся с мамой.